Светофор в Кабанове заработал, но дорожные проблемы так и не решились. Автовладельцы не хотят стоять в очередях на светофоре и объезжают его где только можно. Тем временем в местной администрации копятся письма с жалобами жителей на организацию дорожного движения. Установку светофора автомобилисты требовали не один год. Этот перекресток пользуется дурной славой. Аварии здесь происходили чуть ли не каждую неделю. В итоге светофор все же установили. Несколько месяцев он использовался в тестовом режиме. И вот на прошлой неделе заработал. Казалось бы, проблема решена. Однако тут же возникла другая. Нетерпеливые автомобилисты, не желая ждать 30 секунд, проложили себе новую дорогу в направлении Емельянова. А те, кто не хочет ждать разрешающего сигнала направо, объезжают светофор через дворы. В результате администрацию сельского поселения Горска уже завалили жалобами местные жители, которые теперь выходят из домов с опаской. Однако расширение дороги возможно в лучшем случае через год. Что касается своего рода объездной дороги, то здесь в скором времени может появиться дорожное ограждение.